РАТЭП в очередной раз доказал, предприятие лидер не только в разработке и производстве систем управления военной техникой. Завод занял первое место в смотре конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий в региональном туре и третье место во всероссийском. АО РАТЭП принадлежит спортивный комплекс «Олимп», который используется нашими работниками для занятий спортом. Это площадка, на которой мы проводим и свои спартакиады заводские, и уже не первый год проводим региональные спартакиады всего концерна «Алмаз-Антей» по плаванию и по настольному теннису. В конкурсе, организованном Министерством спорта Российской Федерации, предприятие участвует впервые. Жюри обращало внимание на процент работников, занимающихся спортом, количество выигранных соревнований, перечень спортивных объектов. РАТЭП – единственное предприятие Московской области, вошедшее в число победителей всероссийского конкурса.